Завершилось строительство одной из самых длинных автотрасс в мире. Три участка дороги Пекин-Синьцзян официально введены в эксплуатацию. Длина их 1243 километра. Из них 930 приходится на автономный район внутренняя Монголия, 134 на провинцию Ганьсу и 178 километров на Синьцзян-Уйгурский автономный район. Скоростная трасса Пекин-Синьцзян соединяет север и восток КНР. Благодаря новому маршруту водители теперь смогут экономить 1300 километров пути, добираясь из китайской столицы в Урумчи. К слову, проект трассы является частью амбициозного проекта «Один пояс, один путь», направленного на расширение торгового сотрудничества между странами. Эффективное выполнение новых стратегий и задач оказывает влияние не только на ликвидацию бедности в Китае. Благодаря таким проектам укрепляется национальное единство и ускоряется экономическое развитие.